Questi sono altre qualità. Noi abbiamo sempre questi invece quelle erano le altre. Prego, niente. Stiamo andando in casa. Ecco qua. Se c'erano due granchietti ti regalavo due granchietti, non ce l'ho. Lunedì pomeriggio alle 3:30 rientra al peschereccio e c'è tutto freschissimo, mazzancolle, seppie. Se vieni a quell'ora vedi arrivare il peschereccio. E lo prendi per la mano e questo sì. Arrivo, eh? Come? Sì, sì. E ti ringrazio. Allora, alla mano 5 euro, 107 euro. Cioè, alla mano sarebbero queste qui praticamente. Sì, bravo. Ah. No, queste qui, fammi 5 euro di te. Sì. 2 kg? No. Привет всем. Мы сегодня в Сан-Бенедетто дель Тронто. Мы приехали в порт и немножко погулять и купить рыбу свежую. Приехали купить свежую рыбу и немножко пройтись. Здесь красиво и очень приятно. Сегодня 30 ноября, по-моему. Да, 30. И плюс 18 градусов, но по сравнению с ночью перепад получается 10 градусов. Если выходишь утром, то прохладно, а где-то к середине дня прогревается. И я вижу, там даже кто-то вылез уже на пляж на подстилочках. Ну, конечно, одетый, но все равно почти декабрь. Вон, видите, море какое там красивое. Мы сидим тут, качаемся на качельках. Здесь как бы беседка и вот такой подвесной диванчик. Ну, как скамеечка, на которой можно качаться. Так классно. Солнышко припекает. Здорово. Но все равно осень чувствуется, видите, листики. Сама пальма, она всегда зеленая, а вот возле нее листики красненькие. Все равно осень есть осень. Можно сказать, что уже и зима. Потому что завтра 1 декабря. И вот я вижу, здесь все гуляют с собачками. Кое-кто убирает за своими собаками, если они покакали, у них кулечки. И они убирают, выбрасывают. А некоторые нет. Некоторые ленятся и не хотят. Вот когда начнут штрафовать, по-моему, все будут убирать. И посмотрите, какой вертеп здесь в порту. Призеты называются. Это такие фигурки библейские. Ну, как красиво. Посмотрите, что здесь фонтанчик. Течет водичка и разные библейские фигурки и разные сценки из древней жизни. О, немножко поближе. О, как красиво, смотрите, овечки. О, сейчас посмотрим, что здесь что-то двигается. О, и водичка. И тут ходит ослик. Иду. И думаю, что-то так сильно пахнет каким-то чудесным ароматом. А оказывается, здесь это розмарин.
Прямо заросли здесь. И вот, это все сплошь розмарин. Какой чудесный аромат. Все. Посмотрите, посмотрите. Такой веселый еще и цветет. Ну надо же. Ну все, мы садимся в машину, уже едем домой. Фреда ждет меня, вон он сидит в машине. Мы жарим рыбку, которая называется трилья. Это барабулька. Вот такая-то рыбка небольшая, но она очень хрустящая и очень вкусная получается, когда ее жаришь в большом количестве масла. Вот здесь у нас мука, она уже обвалена в муке. Там внутри еще много есть рыбки. В общем, мы сегодня у нас рыбный день. Жарим рыбу. И вот рыбка готова, она такая вкусная, с пылу с жару, хрустящая, ароматная. Сейчас мы ее будем есть. Хотела с вами поделиться своими находками косметическими. Я в основном уделяю внимание уходовым средствам, не декоративным. Декоративные я использую очень мало и очень редко. Вот в основном вот такие. Значит, это у меня концентрированная гиалуроновая кислота. Вот. Она в 10 раз более концентрированная, чем другая. Здесь 150 миллиграмм. Она у меня уже почти заканчивается. Она заполняет морщинки, разглаживает их. И, короче, ухаживает за кожей очень-очень хорошо. Вот здесь написано, что ее можно добавлять в любой крем, а также использовать в чистом виде. Вот 2 капли утром, 3 капли вечером. И если кожа очень сухая и морщинистая, то 4 капли. Я беру и прямо капаю на лицо. Сейчас покажу, какая она там внутри. Такая вот бутылочка, здесь пипетка. Она темненькая, потому что она должна быть в темноте всегда. И она очень хорошо впитывается. Это низкомолекулярная гиалуронка, именно для того, чтобы она проникала внутрь кожи глубоко. Вот, сделана в Италии. Если вы сможете найти такую, то советую. И в пару к ней я купила сразу же вот филлер Венус. Антивозрастной уход. Глубокий, ночной. Это именно ночной крем. Вот, тоже сделано в Италии. Это одна фирма. Здесь видите Венус. И это тоже Венус. Вот. И он у меня тоже почти заканчивается. Я одновременно купила вот эти 2 средства. И здесь на бутылочке написано, что можно добавлять в кремики, в разные ваши любимые. И в этот тоже. Но я, знаете как, я именно на лицо после умывания капаю на лицо и растираю по всему лицу. Немножко пальчиками, кончиками пальчиков вбиваю вовнутрь и все. И на ночь я вот это наношу. Здесь написано, что это средство разработано именно в соответствии с ночными ритмами кожи. Вот здесь так написано. И я им верю. Я думаю, если веришь, то тогда тебе и помогает. А еще я купила вот такую огромную банку кокосового масла. Холодного первого отжима. Кокосовое масло для моей кожи это просто отлично. И для волос тоже. И это масло можно и употреблять вовнутрь. То есть есть. Я иногда рассасываю его, потому что читала, что очень полезно рассасывать масло утром особенно. И на кожу тоже наношу. Мне очень нравится оно именно
Может быть, кому-то не подходит, но для моей кожи очень даже подходит. Оно работает даже получше покупных кремов любых. Намного лучше даже. Хотя вот эти средства, которые я вам показала, они тоже очень хорошо работают, качественные. Но еще не помешает добавочка. Кокосовое масло тоже советую всем. Ну, как всем. Я слышала, что не для всей кожи, не для всех типов кожи оно подходит. Нужно именно ориентироваться на вашу кожу, на свою собственную кожу. Ориентируйтесь. Мне очень-очень подходит. Так что я вам советую и показываю только то, что именно мне понравилось. И я думаю, что, может быть, вам тоже понравится. Подойдет кому-то.